Сообщает коллеги. Добрый день, дорогие друзья. Я сижу в Сочи, а за мной вы видите город Москва. Вот такие наши технологии. Татьяна Викторовна также имеет такую возможность, но постеснялась включать Сочи, хотя она сидит в Москве. Сегодня мы будем с вами изучать интересную практическую тему. Но вначале я хочу объявить о правилах игры, которая будет сегодня у нас. Эта игра будет называться «Встреча добра и зла». Только не подумайте, что это будут некие персонажи, которые находятся здесь среди нас. Добро – это будет знание того, что нам помогает, а зло – это то лишнее, та лишняя работа, та неразбериха, которая мешает нам нормально работать и трудиться. И самое главное – незнание, как правильно использовать свое рабочее время. В качестве адвоката зла будет выступать Татьяна Викторовна Телегина, которую вы сейчас видите на экране. Мы уже отработали с ней эту роль, где попросил ее быть неверящей в эффективность онлайн-технологий. Ну, это, в общем-то, сегодня не трудно, так как всегда во всем сомневаюсь. Как оказалось, это нетрудно. Но я прошу поддержать ее в качестве обратной связи. Мы можем использовать с вами только чат. Только чат, где вы будете сообщать ваше мнение. Добро или зло? Что победит, что сильнее и что полезнее? Итак, сейчас на экране вы видите вот этот ролик, возможно. Да? Видите хорошо? Да, у меня есть. Этот ролик находится в YouTube, но для начала я объявлю вам порядок нашего сегодняшнего занятия. Уважаемые коллеги, вам сегодня предстоит необычная роль практически освоить те задания, которые мы вам предложим. Задания простейшие. Мы не будем рассказывать вам, как они выполняются, мы будем вам давать короткие видеоролики, и для начала мы покажем вам ролик, как создать учетную запись. Сразу прошу, извините, тех, у кого такая учетная запись есть, вы, пожалуйста, этого не делайте. Ваша задача посмотреть этот ролик и сказать, можно ли, посмотрев его, а он составляет всего лишь где-то минуту, выполнить то, что в нем предлагается студенту. Первое, оценить роль добра таких онлайн-роликов, их полезность для себя и для своих студентов. Выполняя вот такие вот простейшие онлайн-задания, мы к концу сегодняшнего часа, мы за час управимся, ответим на вопрос, получает ли преподаватель добро от того знания, которое вот он сегодня увидит. Добро в виде прироста результативности своей как работника, он больше получает. Добро как экономия своих сил, своего времени. Ну а в качестве адвокатов, которые будут доказывать, что это не так, вот будет Татьяна Викторовна, которая не будет со мной соглашаться и будет доказывать обратное. А также все те, которые захотят ее поддержать. Итак, начинаем. Первое задание в нашей игре. Татьяна Викторовна, вы тоже готовы? Всегда. Отлично. Теперь я сейчас... Смотрим ролик. Те, у кого да. Нет учетной записи. После этого, Юрий Николаевич, ссылку, наверное, надо будет дать, чтобы ее смотреть. Да. Вот сейчас первое. Первое задание – посмотреть ролик и сказать, мне ничего не понятно, я ничего не могу и не хочу, мне этого не надо. Второе, если это понятно и хорошо, сделать практически то, что в нем говорится. На это задание где-то 5 минут я запускаю. Я скажу, где учетная запись. Сейчас я покажу вам, как можно быстро авторизоваться на этом сайте, если у вас есть логин и пароль от университетской библиотеки онлайн. Для этого достаточно
авторизоваться и открыть ссылку «Курсы», вы автоматически будете авторизованы. В дальнейшем вы можете осуществлять авторизацию, вводя ваш логин и пароль сразу на этом сайте. Итак, Ирина Васильевна сообщает, что звука нету, проблемы с видео и звуком. Это у всех такие проблемы или только у этих двоих? Татьяна Викторовна, как вы слышали? Я нормально все. Синхронно. Итак, у кого-то нормально, вот здесь присутствует Масягина, Анна Григорьевна, все в порядке. Это, кстати, эксперт по онлайн-технологиям. Все зависит от слабого интернета у отдельных коллег. У кого-то все отлично, три плюса. Вот еще один эксперт для меня знакомый, Коломийцев Михаил Александрович. А у кого-то просто медленный интернет, и так делаем вывод. В вебинаре показывать такие ролики не всегда эффективно. Переходим ко второму вопросу по этому же ролику. Просмотрев его, речь идет о клиентах ЭБС. Пожалуйста, кто клиент ЭБС, электронная и открыть ссылку «Курсы». Напишите буквы автоматически клиент. Потому что будете авторизованы. Вот, раз, два. В дальнейшем вы можете осуществлять несколько клиентов есть. Кстати, еще один эксперт сегодня у нас, звездный состав, Юрий Конварович, много лет. Сайте. Тоже эксперт по онлайн-технологиям. Остальные не клиенты, им этот ролик не нужен. Уважаемые клиенты ЭБС, просмотрев этот ролик, и если у вас был звук, сложно ли вам повторить сейчас то же самое, пойти авторизацию как можно на сайте, авторизоваться адрес которого на этом сайте, если у вас есть логин и пароль от университетской библиотеки онлайн. Для этого достаточно авторизоваться. Тогда я остановлю, и теперь уже так делала, вот. Нет проблем. И теперь мы делаем первую экспертизу. Вот с участием Сергея Эдгаровича, наш клиент, сегодня присутствует уже на втором вебинаре, что заслуживает уважения. Спасибо, Сергей Эдгарович. Екатеринбург, Урфу. Сегодня мы проводили вебинар по научным методам, по методологии написания научных публикаций. И я там сделал момент, что докладчик наш, тоже, кстати, из Екатеринбурга, Гущин Александр Николаевич, применяет вот эти онлайн-технологии и тоже является нашим клиентом. И он не просто применяет, я сделал сегодня акцент, он дает основу для научных публикаций, он наращивает результат. А теперь мы сделали первый вывод. Татьяна Викторовна, вы как адвокат зла, должны сказать, что применение такого ролика является простым элементарным инструментом обучения, как зарегистрироваться как для преподавателя, так для студента. Или сказать нет, не надо этого применять. Не годится такой подход в решении только одной простой задачи регистрации. Татьяна Викторовна, ваше слово. Ну, здесь только для клиентов ЭБС был ролик, да? Да. А если не клиент ЭБС? Если не клиент ЭБС. Да, что делать? Что делать? Сейчас я включу экран. Я включу экран. Посмотрите на экран. Вот он, этот экран. Видите его? Да, есть. Есть. Вот он. Посмотрите, пожалуйста, сюда. Уважаемые коллеги, видите мой экран с правой стороны? Где? Вот этот ролик, вот он. Вы только что просмотрели. Видите, да? А вот ниже второй ролик. Светлана Викторовна наш, тоже я знаю давно, она эксперт в другой сфере. Но то она применяет Google, а не Moodle, как я уже понял, но она давно с нами участвует.
А вот здесь, уважаемые коллеги, как создать учетную запись не для клиентов ЭБС, у которых нет учетной записи. Например, это любой желающий, который создал онлайн-курс на нашей платформе, разместил его там и хочет, чтобы студенты также бесплатно, свободно зарегистрировались и получили доступ к своему онлайн-курсу. Вот, пожалуйста, еще один вариант, еще один пример добра и зла. Вы сейчас голос не слышите. Вы сейчас, надеюсь, видите, как студент смотрит эту инструкцию или преподаватель, и как он создает учетную запись. Видите, Татьяна Викторовна? Угу. То есть вы сейчас видите без звука, специально показываю, без звука. Вот такая лупа ходит по экрану и говорит, надо вот так, вот так. Если вы клиент, зайдите сюда. А если вы не клиент, создайте учетную запись. Я сам озвучиваю. Придумайте себе логин и пароль. Я специально сам озвучиваю, не передаю звук, он не у всех передается. Придумайте себе пароль. Студент это все видит, или преподаватель, или ученик школы. Вводит свой электронный адрес, говорю я в этом ролике за кадром. Вводите свою фамилию, город не обязательно, ну, например, Сочи. Я сам сижу в Сочи сейчас. Нажать галочку «Согласен с пользовательским соглашением» и согласиться, и нажать кнопочку. Само соглашение выглядит вот так. В нем написано то, что это не нарушает никаких законных прав, что мы обязуемся никому не передавать персональные сведения. Вот появляется письмо о том, что регистрация прошла. Нужно открыть это письмо. Можно сохранить этот логин, пароль. Это все в ролике показывается. Видите, это не я показываю. Это все ролик замечательный. А далее открыть почту свою. И в этой почте нажать на ссылочку, подтверждающую, что это вы, а не кто-то другой зарегистрировался на сайте. Татьяна Викторовна, ну что-то вы так приуныли, судя по лицу. Ну, меня хорошо слышно и видно? Юрий Николаевич, наверное, надо попробовать зайти, создать учетную запись или авторизоваться на сайте для тех, кто... То есть понятно. Да, и после этого уже понятно. Продолжайте разговор. Хорошо, хорошо. Здесь наш адвокат предлагает сделать все просто. Звук задерживается, Ирина Васильевна, из-за вашего слабого интернета, к сожалению. Логин от ЭБС не подошел. Нужно зайти, Стефан Дмитриевич, на сайт ЭБС, а не на сайт так. Итак, мой адвокат зла, Татьяна Викторовна, предлагает проделать все практически. Уважаемые коллеги, давайте проделаем практически сейчас. Вот кто-то вошел, я даю ссылочку вот эту. Кто не имеет учетной записи, пожалуйста, вот по этой инструкции создайте себе учетную запись в течение 2-3 минут практически. А кто имеет, авторизуйтесь. Игорь Михайлович. Кто имеет, авторизуйтесь. Кто, у кого не получается, сообщить о проблеме суда. Те, кто прошел авторизацию, сообщите сюда в чат двумя буквами результат. Okay. All is correct. Все. Игорь Михайлович Каверин спрашивает, чтобы зарегистрироваться, необходимо создать курс наоборот. Сначала вам нужно зарегистрироваться. Сначала зарегистрироваться. Да, потом уже. А следующее мы обсудим, как можно сделать свой онлайн-курс. Так, первое у нас сегодня записывает Татьяна Викторовна, Наталья Борисовна.
У нас отличники, Акулова на втором месте. Отличники получат грамоты. Персональные грамоты вы получите, уважаемые Юрий коллеги. Николаевич, тут еще От вопрос. Вот, компании директора. Елена Александровна спрашивает, а если не зарегистрирован, Елена Александровна, тогда зарегистрироваться? Да, вот по этой инструкции зарегистрироваться. Практически отрабатываем действия и преподавателя, и студента. Студент также регистрируется. Следующий вопрос. Не вижу ссылку, даю. Даю ссылку, где нужно пройти регистрацию. Ну, Светлана Викторовна давно зарегистрировалась. Да, давно. Сергей Эдгарович, по-моему, уже года полтора зарегистрирован. Так, Татьяна Вячеславовна Иванова. Хорошо, Вероника Николаевна, отлично. Итак, коллеги, просьба зарегистрироваться. Если неверный логин и пароль, смотря на каком сайте, если вы клиент МБС, вам надо зайти вот сюда, в университетскую библиотеку онлайн, если вы клиент МБС. Зайти вы через клиент МБС, зайти через библиотеку. Да. Если не клиент, значит, не клиент, ничего не вводите, вам надо создать учетную запись. Кстати, обратите внимание, вот я показываю на экране, есть онлайн-консультант. Еще один прием, вот я показываю на экране, если у вас или у вашего студента, у вашего клиента что-то не получается, вводите сюда вопрос, посмотрим, как это работает система. Игорь Михайлович, регистрируйтесь. Итак, отрабатываем первое практическое задание. Второе будет отлично, Валентина Васильевна. Второе будет более интересное. Вы создадите свой собственный онлайн-курс в течение кратчайшего времени. Татьяна Викторовна, ну что там адвокат зла нам подсказывает? Скажите какую-нибудь неприятность. Да, скажите, с удовольствием. Неожиданно, Юрий Николаевич. Вот так вот. Нет, я всегда жду от вас хорошего. Вот как обойтись без одним только роликом, мне кажется, этого недостаточно. Более какие-то должны быть либо пояснения, либо какие-то письменные пояснения для того, чтобы можно было зарегистрироваться и не путаться, клиент не клиент ЭБС. Вот. Какой-то конспектик мне бы здесь вот хотелось. Я вас понял. Я вас понял. Я снова показываю свой экран. То есть вы предлагаете вот здесь на странице авторизации вместо вот этих роликов давать какие-то мануалы. Инструкции, письменные, с картинками, или, да? Или дополнительно скрытый, да, какой-то, если возникли вопросы, то что делать? Если неверный логин, пароль пишет, то что делает? Что делать, если что-то не получается? Ну вот, если забыл логин, пароль, есть ссылка. Если есть вопрос, есть онлайн-консультант круглые сутки причем. Он, конечно, спит иногда, но все равно заявки приходят к нему. Да, вот я вот соглашусь, Светлана помочь. Викторовна, не вместо, а вместе. Вместе? Значит, вы считаете. Так вот, друзья, вот эти длинные мануалы с картинками, да, представьте себе, на картинке нужно первый пункт, нажми туда. И нарисовать это куда? Второй пункт нажми вот сюда. И тоже картинку нарисовать. Третий, отдельную картинку нажми сюда. Представляете, какую совокупность нужно текстов и картинок создавать? Это где-то, ну, штук 10-15 картиночек нужно создавать. Что дальше? Вот о чем говорит Добро. Краткая видеоинструкция, она всегда информативнее и запоминается лучше, чем текстовый мануал. А вот сейчас кто-то мне пишет, я показываю на экране, кто-то мне пишет сообщение, вопрос будет мне писать. Разное восприятие. Да, разное восприятие. Совершенно верно. Но ученые говорят, что
видео, видеоискусство, кино, оно самое информативное. Так, Верника, теперь дальше. Следующий шаг. Давайте следующий. Так, это пока не надо. Это что? Вот это уже тут Андрей спрашивают Ильич, про да, платные можно. Курсы. Теперь, коллеги, посмотрите, пожалуйста, сами. Вот этот ролик я сейчас дал ссылку. Онлайн-курс начинается с заявки. Посмотрите его сами в течение 1,5 минут и сообщите нам об этом. Просмотрено. Открывайте, пожалуйста, следующее задание. Просмотреть со звуком. Следующее задание. По ссылке в чате. Татьяна. Да, вот по ссылке в чате. Мы сейчас посмотрим только один вариант. Все хорошо. Сообщает Ирина Васильевна. Ваша задача посмотреть ролик и создать пустой онлайн-курс самостоятельно. Вот этот ролик, как создать пустой онлайн-курс. Его длительность 1:20 минуты. Вот и весь ролик. Так, а я открою свой экран. И посмотрю вместе с вами, кто уже подал заявку. И помогать мне будет Татьяна Викторовна. Совершенно верно, уважаемая Александра. Надо создать свой курс. Вот я вижу вместе с вами. Инна Лебедева подала заявку на курс информатика. Ирина Викторовна Тарасова подала заявку из Ургаху. Из Тюменского госуниверситета. Вот сколько заявок. Ваша задача всем, Сергей Эдгарович, отлично, поздравляю. Теперь на основе просмотра зайдите на сайт directacademia.ru. Вот я, давайте вам еще раз ссылочку на директакадемию даю. И в меню авторам, в строке запрос на создание своего учебного курса, всем подать заявочку на создание учебного курса. Мне будет помогать моя помощница Татьяна Викторовна, по совместительству адвокат зла. А я вот подтверждаю курс информатики. Кто не понял? Так, Светлана Викторовна, похоже. Светлана Викторовна, по-моему, вы уже таких курсов создавали штук 20, насколько я помню. Я некоторое время наблюдал вашу активность, вы такие курсы создавали. Так, вот я создаю, подтверждаю такие заявки. Подтверждаю такие заявки. Светлана Викторовна, у вас есть курс на Google, попробуйте создать курс на Moodle. Татьяна Викторовна, подтверждаете заявочки? Подтверждаем. Так, Тарасова я беру на подтверждение. Да, Ольга Еланцева, электронные архивы. Людмила Васильевна на самый хороший курс. Подтверждаю. Я сразу их пачкой. Руслан Евгеньевич. Тестовый курс «Основы экологии». Лина. Как мы видим, этот ролик не вызвал никаких технических сложностей. И последний ДКБ. Деньги, кредит, банки. Это мой профиль экономический. Я подтверждаю, на ваших глазах, вот видите, я как администратор, вот вам показываю свой рабочий стол,
Я подтверждаю эти заявки. Все, вот электронные архивы, кто-то написал. Остальные грузятся. Ну, тут еще вебинар идет. Отвечу пока на вопросы, Татьяна Да, Викторовна, я пока помогайте понимаю. там потихонечку. Это происходит почти в реальном масштабе времени. Каждые 15 минут Chrome, такая программа на сервере, обновляет почтовые рассылки. Так, ДКБ я подтвердил, Татьяна Викторовна. Мне приходит как администратору сообщение, что поступила заявка. Я вхожу, и, грубо говоря, через 15-20 минут вы получите подтверждение, что ваш курс одобрен. Вот, например, ДКБ чей-то уже готов, мы видим на экране. ДКБ – это деньги, кредит банки. Если вы хотите быстрее, вы нажимаете вот сюда в чат, показываю, вот это я, и вы пишете, прошу одобрить заявку, например. Я тут же вхожу и одобряю. Это ответ на ваш запрос. То есть это происходит быстро. Что вы не получили, Елена Александровна? Какой предмет ваш был? А, после того, как я договорю, я выполняю вот это подтверждение, вам каждому придет индивидуальное уведомление от системы, что ваш курс получил одобрение. Такое уведомление происходит практически моментально после нажатия кнопочки «Сохранить». Вот и еще одно практическое действие. Да, уже Михаил Александрович зашел на страницу редактирования. Вот такой вид у вас есть. Все. А где искать? Авторизации нет. Это пропустили, Виктория Анатольевна, первый пункт – авторизация. Мы уже его выполнили. Авторизация, мы уже прошли. Теперь смотрите, уже идите дальше. Мы не будем. География России есть, основы экологии. Есть тестовый курс одобрен. Самый хороший курс одобрен. И электронные архивы одобрены. Смотрю еще раз, кто еще подал заявки. Татьяна Викторовна, все там заявки одобрены? Стараемся. Так, нет, еще А, не нет, не все. много. Ну, вот тут я вижу, ох, Татьяна Викторовна, вам работы привалило. Даже взрывное дело. Я знаю, кто ведет взрывное дело. Сергей Эдгарович, я сам бывший начальник разведки ракетных войск, артиллерии в прошлом. Закончил золотой медалью Академию командную. А вы, вот клиент, взрывное дело, уважаю. Хорошо. И компьютерная графика, и технология выступлений. Светлана Анатольевна, мы когда-нибудь с вами договоримся о вебинарах по технологиям выступлений. Хорошо. Значит, вторая задача по подаче заявки с помощью ролика решена успешно. Мы видим, где адвокат зла. Почему он не говорит, что это долго, это трудно? Почему он не жалуется, что его водят за нос и что-то отвлекают время и непонятно, что от него хотят? Он занят. Пока он занят, он работает, подтверждает курсы. Оно придет, Вероника Николаевна. Татьяна Николаевна, вот как раз адвокат зла сидит и занимается, чем положено, Одобрением. одобрением Чем ваших положено заявок. злу. Их слишком много. И сейчас мы переходим к третьему вопросу, практическому нашему занятию. По нашему плану мы сейчас, коллеги, мы сейчас с вами рассмотрим еще один удивительный ролик. Мы будем с вами играть в игру. Но этот фильм, вот он сейчас на экране, вы видите, я хочу с вами обсудить. Его длительность 7 минут. 7 минут.
за 7 минут, за 7 минут. Что бы там делали Татьяна Викторовна в этом ролике? Мы создавали В ролике глоссарий. глоссарий делали. Давайте сделаем так. Вот Светлана Викторовна зачислена на курс в качестве преподавателя. В одном из ящиков письма. Ну, это частные случаи. Мы сейчас не можем их детально обсуждать. Мы идем по-крупному. Сейчас я вам, уважаемые коллеги, не с помощью ролика. Ролик, вот в этом ролике показано, как начинать жизнь в курсе, с чего можно начать. Я вам покажу сейчас этот момент в реальном времени, без ролика вживую, как будто бы я нахожусь с вами рядом. На примере курса, так, какой курс мы откроем? Какой курс? Татьяны Викторовны, Светланы Викторовны, технология выступления. Он одобрен, Татьяна Викторовна? Возможно. Проверяем. Да, он одобрен. Итак, уважаемые коллеги, приступаем к третьему практическому заданию. Вы сейчас в роли обучаемых и в роли экспертов. Все вы преподаватели, вы все хорошо знаете свой предмет, какой педагогика и в чем задача педагога. Сейчас я в течение кратчайшего времени покажу вам, как создается один простейший элемент, одна простейшая активность. Вы ее увидите в нашем ролике. Ваша задача подвергнуть критике и сказать, что это зло, что это занимает массу времени и ничего педагогу не дает. Экран не видно? Включаю экран. Вот сейчас экран я хочу включить. Должен быть виден мой вот этот экран. Татьяна Викторовна, видите вот этот экран? Да, появился. Итак, посмотрите на экран. Вот я его показываю здесь. Видно. Когда вы, как автор, получили подтверждение заявки на ваш курс, вы увидите пустышку. Вы увидите тема 1, 2, 3 и так далее. Пустое. Ничего нет. Это пустышка. Курс пустой. Курс называется вот так, как вы его назвали. И в нем автоматически создался новостной форум. Все, наверное, понимают, для чего он нужен. Для рассылок каких-то объявлений. Он уже у вас есть. А учиться по нему невозможно. Сейчас начинаем добавлять первый элемент. Для добавления первого элемента нажимаем кнопочку «Добавить элемент». Но вначале я включил режим редактирования. Я его уже нажал, сразу появились вот эти кнопочки. Вот это видит только преподаватель. И появляется набор из разных элементов. Я покажу только один. Называется он глоссарий, словарик. Как вы считаете? Нормально для того, чтобы обучать чему-то, вы создаете глоссарий. Наверное, нормально. Не читая инструкции, нажимаем «Добавить». Появляется вот такое окно. Оно во всех элементах этой системы одинаково. Нужно дать название. Название. Так и называете его. Глоссарий по теме 1. Допустим, вы хотите по каждой теме свой словарь. В поле описания вы пишете что-нибудь, например, знать эти определения наизусть. Например, вот такой текст. Все, дальше вы ничего не читаете, нажимаете сохранить. И так за 30 секунд, вот 30 секунд я создавал, глоссарий создан. Приняли, да? Итак, вот я показал вам, как создать.
но он пуст, в нем ни одной словарной статьи нет. Если у вас есть в Word или где-то в интернете источник этих глоссариев, да, кнопочка редактирования, вы пока посмотрите, ничего не делаете. Пока ничего не делаете. Вы сейчас эксперты. Может быть, даже вам это вообще не нужно. Ваша задача оценить экспертизу и дать заключение, добро это или зло. Допустим, у вас глоссарий находится в интернете. Вот я ищу любой глоссарий, словарь по педагогике. Словарь педагогических терминов. Вот вы его, вот ваш какой-то глоссарий. Ну, вот такой вот. Я случайно беру прямо при вас. И вы делаете следующее действие. Копируете словарную статью, например, адаптация. Добавляете новую запись в глоссарий и, используя комбинацию Ctrl-C, Ctrl-V, вот, Ctrl-C, Ctrl-V. Вот я беру и вставляю. Адаптация. И определение этой словарной статьи просто копирую. Ну, тут еще раз говорю, это черновик. Вот я копипаст сделал. Ну, ошибочку тут делаю. Увидел, исправил. Все, словарная статья создана. Ничего не меняю. Вообще. На одну словарную статью, вот она готова. А ушло время. Сколько, Татьяна Викторовна? Примерно. Секунд 10-20. Секунд 10. Уважаемые коллеги. Можно это вот время еще сократить, если вот, копировать вот. Все целиком, а слово потом просто в названии переставлять вот, в той самой статье. Вот добавляю еще. Да. Вот добавляю еще. Итак, вы сейчас ответите на мои вопросы. Может ли, первый вопрос, может ли эту студенту выполнить лаборант без компьютерной подготовки? Или преподаватель без компьютерной подготовки, просто вот просмотрев ролик, у нас на этот повод тоже есть ролик. Вот еще одна словарная статья появилась, если нажать все. Татьяна Викторовна, может? Ну, в принципе. Требуется специально. Нет, ну в латине копия над пастом и знание, как открыть вклад. Да, даже адвокат зла признает, что тут все делается быстро. Теперь по ролику, вот Александра говорит, по ролику можно. У нас есть, мы сейчас не показываем, есть такие ролики, мы вам их дадим, как это все делается, где мы с Татьяной Викторовной все вот это показываем и рассказываем. Вот, вот то же самое, вот этот ролик на экране, вставить название, то есть мы видим уже третий раз, что по ролику можно научить лаборанта, студента, себя можно научить, вот так вот посмотрел и научился создавать первый простейший элемент. Причем, вы сейчас скажете, глоссарий это полезный элемент при изучении какого-то предмета или нет? Вот даю эту ссылку на ролик. Конечно, конечно. Смотрите, где наш бедный адвокат зла? Почему он молчит? Ну, конечно, это полезно. Но было бы скучно, если бы мы посвятили наш вебинар вот этому действию. Вот, видите, я тоже вставляю с юмором, все вот это вот мы шутим. Адвокат зла пытается зловредничать, но у него ничего не получается. Он соглашается, что это просто. Итак, было бы скучно, если бы мы на этом остановились, сделали бы один глоссарий. Следующая интрига, уважаемые эксперты, по нашему сегодняшнему замыслу, заключается в том, что вот эта технология, которую мы сейчас рассматриваем, система Moodle, она позволяет из одного глоссария создать кроссворд, игру «Как стать миллионером». Вспоминая, да, как это все работает, по телевизору видели. Или судоку, это больше Татьяна Викторовна, я никогда не применял, но такая игра тоже есть. Виселица,
Хотя называю ее по-другому, называю ее «Спасти героя». Вот такие вот ролики у нас тоже приготовлены. Вот, Елизавета Васильевна говорит, что... Так, уже пошла экспертиза. Вот давайте теперь я быстро отвечу на вопросы эксперта. Действительно, многие используют, но мы с вами увидели, как это быстро делается. Быстро! Вот этот адвокат зла так и не смог мне доказать, что это занимает много времени. Быстро! Нет, но для этого нужно владеть хотя бы навыками работы с компьютером, более-менее уверенными. Знаете, где находится Ctrl-V? Копипаст. Вот здесь самое главное. Значит, здесь Стефан Дмитриевич, эксперт, нам говорит, пошла экспертиза. Недостатки Moodle, нет документации на русском. Вот Стефан Дмитриевич настоящий эксперт. Действительно это так. И вот сегодня мы убедились, что когда инструкции внятные, четкие есть, ни один злодей нам не скажет, что это забирает время. Главное – это наличие инструкции. Вот, пожалуй, Стефан Дмитриевич раскусил нас от и до. Нету ясных инструкций. Так, вот тут уже до меня находки от коллег пошли. Learning Apps. Это, по-моему, это какие-то приложения. Надо Александру Шестиканову пригласить выступить у нас вебинаром про Learning Apps рассказать. Приложение учебное. И вот, коллеги, давайте-ка вместе посмотрим, что нам предлагает. Это незапланированное совершенно действие. Где это Learning Apps? Совершенно незапланированное. Так, ну где это? Да, вот. Ссылка в чате. Вот. Вот, это какие-то приложения. Вот я их открываю вместе с вами. Видите, это Татьяна Викторовна? Mm-hmm. Которые, возможно, интегрируются с Moodle. Александр, не хотите Михаил Александрович, сказать слово, так, тут я вижу на английском, на немецком и, кажется, на русском, приложением для поддержки обучения с помощью интерактивных модулей. А вот здесь вот, коллеги, надо задать вопрос и услышать вопрос от адвоката зла. Если бы, конечно, Татьяна Викторовна знала, что это такое. Насколько это трудоемко? Насколько оно педагогически целесообразно, повышает ли оно эффект в обучении у учеников, у студентов? Вот это большой вопрос. Светлана Витовна радуется, что этот с Гуглом дружит. Это здорово. Давайте так. Эти игрушки я не готовил, они выплыли совершенно внезапно. Это какие-то игры, как я похоже вижу. Скажите, уважаемые эксперты в чате, оценки из этих игр, аналитика учебная сохраняется где-то? Можно ее за класс посмотреть? Имеется статистика, сообщают нам коллеги. Ну, хорошо. Нет, но ну, это хорошо. Надо отдельно уже смотреть и изучать. Да, какая давайте-ка мы попросим. Какую выборку можно делать? Вот, смотрите, вот нас информируют коллеги замечательно. У нас незапланированный обмен опытом. А теперь мы посмотрим с вами по плану следующий момент. Вот мы подали заявочку. Очень хорошо. А следующий момент, который мы вместе с вами рассмотрим, это просто вот удивительный пример, на наш взгляд, когда за кратчайшее время гарантированно глоссарий, Татьяна Викторовна, где этот наш? Вот этот фильм, я сейчас его
покажу вам на экране, надеюсь, видно. Покажу вам на экране с моей озвучкой, потому что тут оно озвучивается некачественно. Если вы... Видно, Татьяна Викторовна? Да. Если вам видно, то и всем видно. Да. Если вы научились авторизовываться, если вы научились подавать заявку на курс, если вы научились создавать глоссарий, гипотетически, как вы увидели, но еще не сделали, там все просто, то каждый из вас может быстро получить несколько интересных решений. Давайте я прокручу чуть-чуть вперед. Быстро покажу, как это делается. Вот. Создав глоссарий по предмету, говорит вот этот вот спикер, известный вам на экране, можно быстро, без усилий, получить несколько игровых учебных элементов с подробнейшей статистикой, например, кроссворд. Как работает кроссворд, видите сейчас, надеюсь, на экране. Вот это видны попытки этого студента, видны его оценки, затраты времени, это он видит сам, он сам себя контролирует. Вот так выглядит простейший кроссворд из тех терминов, которые создал преподаватель. Обучаемый кликает, ну тут уже как бы понятно, по строчке появляется термин, нужно правильно его ввести, и тут же можно проверить и посмотреть оценку. Замечательно. Кроссворд. А как он делается? Вот так, как создавался глоссарий. Добавить элемент, там выбрать элемент, так и называется, кроссворд. Вот тут, если неправильно ведешь, он тут. И в кроссворде ввести три настройки. Где эти настройки, сейчас я вам покажу. Не буду вот этот ролик показывать. Вы поняли, что этот ролик. Вот пошли эти настройки. Ну, в качестве исходных данных в кроссворде выбирается глоссарий. Попытки оценки выставляются. Выставляется число столбцов. Допустим, 10 на 10. Вот. Хотя можно, как мы его увидим, вообще ничего не менять. Он сам создастся. Ну, допустим, вы не хотите делать громадный кроссворд. И количество слов. Например, для начинающих от 4 до 5 слов. То есть легенький поначалу. Потом вы будете добавлять. И все. И все. Вся работа. Кроссворд создан за 30-40 секунд. Вверху какой-то текст поясняющий написать, и внизу все. Вот в этом ролике, коллеги, я поясняю, как делается кроссворд. Можно сделать вообще без настроек за 5 секунд. Из одного глоссария повторяю. Вот Moodle может создать глоссарий большой. Вот он все, что увидел в этом глоссарии, все и взял. Итак, спросим друг друга, добру ли для преподавателя, для учителя такой инструмент, который на основе единожды сделанной работы, например, глоссарий, дает ему сразу несколько полезных решений. Вот это мы увидели, кроссворд. Кроссворд. Дальше мы увидим, вот она, виселица. Ничего делать не надо. Это за 10 секунд создается. Дальше мы там еще увидим игры. Я сейчас не буду рассказывать. Но действительно ли это полезно для преподавателя, когда он такие эффекты получает? Давайте проявите. Ну вот в онлайн. Проявите. Хорошо, в онлайн можем поиграть в кроссворд, да, при наличии интернета. А что делать, если занятие очное? А я хочу провести такой же, дать им кроссворд. Но нет у нас возможности в компьютерном классе. Но нет у моих студентов, у всех возможности. Ну, Татьяна Викторовна, вы тоже преподаватель. Вы преподаете в трех вузах. Вот к вам пришли, допустим, очники. Им положено проводить самостоятельную работу 50% от всей педагогической нагрузки? Положено. У вас мало часов? Мало. Вот давайте им на самостоятельную работу эти задания. Я понимаю про самостоятельную работу. Ну, а в классе? В
Очень опасно. Я могу использовать вот этот созданный кроссворд или только... А давайте вместе и подумаем. Вы в классе, у вас нет компьютеров. Нету. И вы хотите поиграть прямо в классе в какие-то вот забавы педагогические. Ну вот кроссворд. А компьютеров вместо нет. Да. Ну вот это и подумайте. Вот Елена Эдуардовна, вот. Елена Эдуардовна первая, по-моему, обратила внимание. Мобильники, уважаемые коллеги, этот сайт, который вы сейчас видите, прекрасно адаптируется на лету под любые мобильные устройства. Там адаптивный режим. И если вы сказали, а вот мы сейчас поиграем, я вам создала по теме 2 новый кроссворд и поиграем. Ваше право. Вы подготовили глоссарий, по нему создали кроссворд, у них у всех есть планшеты, мобильники, смартфоны, и вы говорите, давайте поиграем в этот кроссворд. Я обычно по-другому делаю, я сначала спрашиваю, у кого нет выхода в интернет с телефона, да, смартфона? Да, это не такой хитрый. Нет? У меня такая методика. А если нет, тогда что? Если нет, не провожу. А вот когда вижу, что у всех есть, а уже 2 года у всех есть, даже по 2, я говорю, а давайте вот мы на наших занятиях будем использовать игры. И когда они говорят, давайте, вот тут я на этом слове давайте их и ловлю. То есть я их не заставляю, а я сначала их подвожу, а потом они играют. Без компьютеров прямо в ходе занятий. Это ответ на ваш вопрос. Хотя, справедливо, если, вот как у Оксаны Львовны, запрещены, никаких игр делать не надо. Порой предлагайте делать дома. Все. Не делайте того, чего запрещено в вашем заведении. Если не запрещено, делайте. Правильно, Роза Толгатовна. Там, где глушат связь, не надо ничего проводить. Идем дальше. Хорошо. Вот тут уже пошли экспертные суждения. Елизавета Васильевна совершенно справедлива. А это очень большое добро для преподавателя. Отмечает, что можно попросить студентов заполнить. Уважаемые коллеги, вот этот методический прием – это такое добро для преподавателя, которое вы не представляете, представляют не все. Я представляю. Вы говорите, вот мы провели, у нас будет учебник, он есть в библиотеке, он есть на страничке. Вам, чтобы получить балл, а там накопительная система баллов, предлагается несложное задание заполнить по 5 неповторяющихся терминов на оценочку. Уважаемые коллеги, они с радостью заполняют. Вот, не потому, что вы такой ленивый, а потому, что у них появляется внимательность. Они смотрят, чтобы термины были неповторяющиеся. Во-вторых, вы ставите за словарную статью оценку. Не бумажную там, тетрадочку, а в систему. Она фиксируется, оценочка. И если он плохо выполнил это задание, то вы ему ставите низкую оценку, он будет стараться. То есть уже из одного элемента сколько мы получили с вами благ и добра. Теперь интересно, неинтересно. Совершенно верно. Вот мне кроссворды, там «Тещин язык» или какие-то еще журналы неинтересны. Я их не люблю, они скучны. Но когда мне предлагается вместо глоссария поиграть в игру, потому что это мой предмет, допустим, я учусь на врача или я учусь на летчика, там есть предмет, где нужно знать термины, и они представлены в формате кроссворда, и это моя специальность, да, мне это интереснее, чем сидеть и читать из книжки глоссарий или смотреть на экран и пытаться запомнить. Мне интереснее играть. Пусть даже это будет кроссворд. Можно сделать другую игру. Веселиться. Или как стать миллионером. Так что здесь могут быть разные точки зрения. Идем дальше. Кроссворды – мертвое знание.
Я изучал несколько иностранных языков. Я сидел и зубрил слова. Вот представляете, сидел и зубрил. Я переводчик, военный переводчик. Когда-то я изучал, несколько языков изучал. Я сидел и по мертвому, как робот, зубрил. И я слова хорошо запомнил. Иногда я зубрил и термины. И, наверное, другого способа запомнить на всю жизнь какой-то термин, кроме зубрежки, я не знаю. Если вы знаете другой способ, Татьяна Ивановна, назовите его. Как на зубок запомнить лексику в иностранном языке? Нужно, конечно, там какие-то еще методы ассоциации, какие-то мнемонические правила. Но тут мы используем любой. Я благодарю вас, Татьяна Ивановна, за то, что вы правильно ставите вопрос. Нельзя зацикливаться на одном инструменте. Да, есть и другие инструменты. Я показываю только пример. Только пример. Кроссворд или виселицу или другие игры. Идем дальше. Да, есть и другие способы, где перемешивается. А вам тесты нравятся, коллеги? Вот Татьяна Ивановна считает, что кроссворды это мертвые. А тесты? Тесты это хороший инструмент для запоминания. Да, запись, конечно, будет. Смотря какие тесты. Но я сейчас уже не иду, вот тест угадайка, не показываю тест, но если вы ограничиваете время на тест, если вы ставите важность этого теста в баллах правильную, обучаемый знает, пока я вот эти термины не выучу, допустим, я учусь на водителя или на сварщика, пока я их не выучу, меня не пустят за руль. Потому что я должен на зубок знать термины. Я эти тесты выучу. Скучно мне, весело мне или нет, я знаю. Без этого меня отчислят. Я не стану ни сварщиком, ни водителем. Меня не пустят вообще до экзамена, если я терминов не знаю. И я выучу кроссвордом, тестом, зубрежкой. Я выучу. В данном случае учит машина, преподаватель. Вы не спрашиваете его устно, а вы поручаете, берете добро от того, что машине отдаете свою работу. Вы ушли, а машина со студентом работает, проверяет его знания. И говорит, он знает эти термины, он готов с вами говорить на одном языке, или ему надо еще тренироваться. Так, что непонятно с правилами дорожного движения, там есть термины свои. С тестами, задачами все понятно. Можно от... Так, Оксане Львовне надо обязательно грамотно. Татьяна Викторовна, пометьте. Когда речь идет... Вот сейчас пошел высший пилотаж. Мы посмотрели, как делается за кратчайшее время глоссарий. Ну, до этого мы хорошо поняли, как регистрироваться. Вот тут, кстати, я не договорил про тесты. Посмотрите, я сейчас отвечу на вопрос. Вот здесь я рассказываю о том, вы эти все записи получите. Когда вы эти все тесты, кроссворды создаете в какой-то системе, вам надо их распечатать, приложить к РПД для отчетности. Проходит проверка, где, что у вас. Вы эти все варианты кроссвордов, даже варианты ответов, можете распечатать, пустить на экран и приложить в распечатку к РПД. ФОСы должны быть, Татьяна Викторовна. А как же? Ну, а как же? Аккредитацию не получат, если РПД сделано некачественно. Должны быть у каждого преподавателя интерактивные виды учебной деятельности. Это тоже один из показателей аккредитации. Вот вам кроссворды, игры, вот эти все методы, они интерактивные, и вы спокойно вносите. Елизавета Юрьевна, у каждого свой вариант.
эта система каждому построить свой вариант. И теперь отвечаю на вопрос ненайденные слова Людмила Сергеевна. Вы кроссворд, вы глоссарий не сделали, поэтому он не знает, где искать. Спасибо за вопрос. Преподаватель, вот тут я еще не допоказал, уважаемые коллеги, в этом ролике, вот такую аналитику видит преподаватель по каждому студенту. Это вот вариант. И каждый протокол, допустим, он скажет, мне нечестно поставили оценку, мне, ко мне придрались и занизили балл, а ей завысили. Его ответы все сохраняются, их можно распечатать с его ответами в его варианте кроссворда и показать, вот такого-то числа в течение столько-то времени вы с такого-то IP-адреса вы ответили вот так. И вы сделали столько-то ошибок. Статистика идеальна. Что все-таки... Да, там можно много чего найти. И вот как быть с формулами? Оксана Львовна, давайте вместе подумаем. Формулы по химии. По математике. Работа с изображениями по начертательной геометрии, по сопромату. Ну, подсказывайте еще. По предметам живопись, цветоведение, работа с материалом, с конструкциями, разные, где не только тексты, где очень много специальных изображений, символов. Как тут быть? Это хорошо, Надежда Васильевна, что вы не совсем согласны. Мы не говорим, что так надо, мы говорим, что так можно делать. Но это не единственный вариант. Итак, если это речь идет о графике, о химии, о формулах, об изображениях, вариант с глоссарием трудно применить или вообще применить невозможно. Все, это ответ. Нужны другие способы. Да, да, совершенно верно, Игорь Михайлович. Вот мы сегодня говорим о том, что сохраняет, что добавляет преподавателю, сохраняет его силы и добавляет ему больше свободного времени. В чем проблема при работе с формулами? С формулами – это работа с графикой. Там очень много ручной работы. Вспоминаю пример из моей практики. Предмет – начертательная геометрия. Нам необходимо было подготовиться к аккредитации. Для того, чтобы пройти аккредитацию, нам нужно было пройти тестирование по этому предмету. У нас были тренажеры. В то время у нас были тренажеры и очень много заданий в форме тестирования по начертательной геометрии. Первый курс инженерной дисциплины. Были примеры с графикой. Как мы решили эту задачу в этой же системе Moodle? Мы нашли одного студента, это была моя идея, которого я научил удаленно все эти задания с графиками внести в систему, с картинками, с формулами, в систему в том формате тестирования, которое было, должно было быть перед аккредитацией, тоже в форме компьютерного тестирования. Этот студент в течение нескольких вечеров сам один бесплатно создал тестовую базу из 300 вариантов тестов по начертательной геометрии. В основном это был метод копипаста. Ему нужно было просто ясно, понятно показать. Ему дали тестовую базу, он туда все ввел. Да, он знал ключи. Но когда группы студентов потоками пошли на тестирование, на тренажеры, там все это перемешивалось. Ключи эти, утечка ключей, уже ничего не давала. Таймер тикает, там надо быстрее отвечать. Или ты знаешь, или ты не знаешь, как решить тестовое задание по начертательной геометрии. Так, это настройки в Moodle. Да, периодически выбрасывает из вебинара. Кроссворд и тому подобное, это все настройки в Moodle.
И вот теперь, уважаемые коллеги, к вам вопрос, что у нас там со временем, смотрим на время, мы уже подводим сейчас итоги. Уважаемые коллеги, подводим итоги. Мы рассмотрели только Moodle. Есть и другие системы, например, Google. Вот тут говорили про Learning Apps. Мы с вами, первый вывод, должны искать такие решения, которые для нас, вот допустим, для Татьяны Викторовны свое, для меня свое, для кого-то, кто преподает сопромат, свое, те решения, которые дают добро, быстро и легко решают задачу, лучше, чем другие предыдущие средства. Второй вывод. То, что мы сейчас видели, платформа нашего сайта, вот Директ Академия, это бесплатная система для любого из вас. Клиент вы ЭБС, не клиент, преподаватель, учитель, тренер. Для вас это бесплатно. Это второй вывод. Третий вывод. Не все из того, что вы видели, будет соответствовать вашей задаче. У каждого свой предмет. Нужна специфика. И для этого вам нужен иногда консультант, который скажет, здесь вы не решите эту задачу, которую хотите. А если хотите решить, вам потребуется столько-то и столько усилий, времени. И вам потребуется знать это и вот это. И вы получите успех. И последний вывод, Татьяна Викторовна, вы как источник зла, адвокат зла, напоминаю, сейчас должны сказать, самый главный вопрос, а что дает в итоге вот то, о чем мы говорили с точки зрения обучения, педагогики? Есть ли прирост у обучаемых какого-то результата? А это я хочу спросить у вас, как у сторонника добра, а есть ли прирост какого-то результата? Иначе я буду сидеть тут креативить с этими кроссвордами, заморачиваться с играми, извините, да, а потом окажется, что можно было обойтись просто обычным тестом и все. Ну, давайте вот тут эксперт Михаил Александрович мне поможет. Нужно ли с этим всем затрудняться? Вот тут. Да, или достаточно обычного простого теста? Да, нет. И все. Вот тут подсказывают платформы Прометей и Элиадеми. Она тоже, по-моему, бесплатная, да, Михаил Александрович? Только, насколько я помню, Элиадеми нельзя поставить на свой сервер. Вот он как где-то там в Финляндии, по-моему, стоит, и больше никуда его не денешь. Это версия, вот то, что вы сейчас видите, версия 2.8. Но ответим глобально. Если это не дистанционное обучение, как у Михаила Александровича. Да, Светлана Викторовна, вы сами определяете, какой контент. Если это обычные очники или заочники, не дистанционные, применение методов, связанных с автоматизацией, когда компьютер, система анализирует, проверяет, оценивает, вручает им баллы, она повышает эффективность или среднюю успеваемость где-то на 15-20% без увеличения вашего труда. Вы один раз глоссарий сделали, один раз курс сделали, Татьяна Викторовна, вы говорите нет. Не соглашайтесь со мной, коллеги, не спорьте со мной. Вот это все повышает буквально из воздуха посещаемость, им интересней, успеваемость из воздуха на 10-15, в моем случае и 25%. Вы скажете, что я стал меньше отчислять? Нет, просто они стали быстрее сдавать с первого раза. Не на пересдаче ко мне ходить, а с первого раза. Успеваемость приблизилась почти к 100%. Ну, конечно, двоечники, они всегда, они есть. Но у меня в ходе
семестр, обучаясь таким темпом интересным, они и посещали охотнее, и сдавали лучше, чем раньше. Так, вам, Наталья Борисовна, в нашем случае не надо ничего ставить. Пользуйтесь на здоровье нашей системы. Пользуйтесь. Еще какие вопросы? Так, я вижу вкладочки вопросы. В чем выгода ЭБС, если на ее сайте, не являющийся клиентом, будут создавать? Я отвечу. Если вы сами создаете курс, вы нам ничего не платите. Сами осваиваете платформу, сами регистрируете студентов, они сами обучаются, мы ничего с этого не получаем. Мы можем предложить вам платные услуги для вашего обучения. Мы даем бесплатно, но учить бесплатно мы не обещали. Наши ролики, наши инструкции мы даем бесплатно. Берите, пользуйтесь. Юрий Николаевич. Да. Здесь еще такая вещь про ЭБС. Если не клиент ЭБС, то книгами же нельзя пользоваться, которые находятся в ЭБС, правильно? Верно, верно. Книги это авторская. А вот если мы являемся, если наш вуз является подписчиком ЭБС, и мы являемся клиентом ЭБС, то я могу свой контент, например, размещать не PDF-файл, весь многотомник, а нужные главы, нужные разделы из той книги, которая есть в библиотеке. Да, в да, да. Это очень удобно. Да. Да, я тут да. Нечаянно на сторону добра перешла. Прошу прощения. Вот, вот в этом разница. Да, то есть, если вы хотите сами применять, применяйте. Мы вам не мешаем и вас не учим. Вот если вы говорите, у меня не хватает знаний, мы проводим бесплатные вебинары. Но больше проводить бесплатно, вот постоянно с вами сидеть бесплатно, мы, к сожалению, не можем. Повысить квалификацию. Наталья Борисовна, клиенты, не клиенты ЭБС. Если вуз подписан на университетскую библиотеку онлайн, то и студенты, и преподаватели уже клиенты ЭБС. Если вуз не подписан, то студенты, так же как преподаватель, могут пользоваться электронным курсом, но университетской библиотекой только в плане посмотреть каталог, но почитать книгу мы не сможем. Вот в этом разница. Поэтому могут и не быть. У меня есть студенты, которые не являются клиентами ЭБС, но курсом спокойно пользуются. Да. В этом ограничений нет. А, еще вопросы. Эти игры не надо ниоткуда скачивать. Они изначально стоят в системе по умолчанию, без всяких плагинов. Эти игры стоят по умолчанию. Это ответ на вопрос. Так, зло рулит. Это вывод или вопрос, не понял. Студенты. Это мы уже брали. Людмила Сергеевна, в том курсе, который мы создали, блоки вставлять можно? Можно. Любые блоки, да, можно вставлять. Экспериментируйте. Кстати, коллеги, очень кстати, хотелось бы так со стороны зла. Извините, Юрий Николаевич, я долго молчала. Наоборот, зло, зло это надо. Мне бы было очень интересно, например, если бы коллеги, которые сегодня были на занятии, кто-то уже успел сделать кроссворд, кто-то еще нет, попробовать, воспользовавшись роликами, создать эти игровые элементы, этот или другие, да, и в начале следующего вебинара, я думаю, минут 10-15 мы сможем выделить на обсуждение того результата, который у нас получился. Всегда интереснее обсуждать не то, что увидел на экране, вернее, не только то, а то, что еще своими собственными руками попробовал. Вот тут нюансы как раз и всплывут. Вот это было бы интересно и, наверное, более правильно. Поэтому курс у вас остается. Согласен. Доступ у вас к ним остается. То, что мы сегодня создали, оно остается у вас, подарок от фирмы. Создавайте, тренируйтесь, пробуйте. Запись будет, Ирина Конварович. Запись да. будет. Изменить название можно, Александра. Всегда. Можно преподавателю нажать на кнопочку «Редактировать настройки» и изменить название. Дальше вопросы. Блоки. Уважаемые коллеги, только у нас вы видите такую тему. Весь Moodle, кто видел Moodle, он очень страшен на самом деле. Вот я его люблю. Но вот эти блоки слева, справа, они многих убивают, они мешаются. Посмотрите, как у нас директ академии. Блоки находятся вот здесь, вот в этой гайке. И там все, вот эти блоки находятся. Вот это блоки.
Посмотрите, как они удобны. И это гайд на каждой странице. На каждой странице. Если вам эта тема оформления не нравится, вы хотите другую, стандартную, там у нас около 20 тем, вы можете тему в своем курсе изменить на любую. Это ответ на вопрос про блоки. Блоки в этой гайке. Вот такая у нас тема. А, и еще какие Юрий вопросы? Николаевич, там было еще несколько вопросов про доступ. Так, грамоты, грамоты. Доставали. Грамоты. Вот говорят, Moodle сложен. Moodle не сложен в руках мастера. Вы сегодня увидели, Галина Валентиновна, регистрация минута, подать заявку минута, создать глоссарий 30 секунд на одну словарную статью 20-30, ну 40 секунд. Все это, ну, вот, если правильная организация. Ну вот сегодня ничего сложного нет. Сегодня у меня глоссарий получилось, пока вот готовились к вебинару, где-то терминов 30 минут за 7. Отлично. Вот. Наш доктор зло по поводу... говорит про добро. Да, я нечаянно так перешла одной ногой на сторону. По поводу сложности, знаете, мне приходилось работать и приходится и с гиперметодом, и в Битриксе, и могу сказать, что не сложнее. Где-то даже проще. Поэтому... А я видел и EDX, и Прометей видел, и гиперметод видел. Прометей тоже приходилось, да. Поэтому сказать, что это сложнее... И разные платформы видел. И говорить, что Moodle сложнее, нет. А вот то, что он красивее у нас, это да. Вот такая гаечка, вы нигде не видели, только у нас. Берите, пользуйтесь бесплатно. Вот, я соглашусь с Елизаветой Васильевной, ко всему можно привыкнуть. Да, нужно блок настройки, вот он, я назвал его «Мои настройки», вот он так выглядит. У нас все оригинальное, все для вас. Все удобнее. А, поэтому наш Moodle немножко отличается по красоте. Вот эти вверху строки меню вы видите. Так, ну что, друзья. Вот уже говорят, не сложен Moodle. Хвалят, да, что у нас красиво. Мне пришлось, заставили все немного муторное. А зачем вам это? Зачем нам это? Друзья, Светлана нам Ивановна, надо. Кому вопрос, Светлана Ивановна? Я думаю, что зачем мы Ирику Анваровичу вопрос. Не знаю. Нет, к нам. Зачем нам надо, чтобы это работало в России? Наш директор говорит, я хочу, чтобы учителя и преподаватели России, и не только России, если надо, пусть берут бесплатно. Хотят сами осваивать, помогайте им сколько можете. Но повышение квалификации. У нас есть услуги вот здесь вот. Они платные. Если бесплатное консультирование, смотрите. Но обучение – это работа. Вот там мы берем деньги. Мы вебинары, записи выдаем бесплатно. Сертификаты где-то бесплатно, где-то платно. Понимаете? МБС – это платно. Там чисто авторское все. Там авторские учебники. Мы их не можем раздавать бесплатно. Мы тогда пиратами станем. Поэтому... Часть мы даем бесплатно. Берите, никто в России Moodle бесплатно не предлагает. Мы предлагаем. А вот обучение, это да, мы берем за плату. Так что вот Moodle есть, кто имеет. Светлана Ивановна, к вашему курсу будут иметь доступы и другие коллеги. Те, кому вы захотите. Чужие туда не зайдут никогда. Например, вы сообщаете своим студентам кодовое слово. Доступ через кодовое слово. Они регистрируются, вводят секретное ваше кодовое слово, и только они видят. Есть и другие способы. Вручную они зарегистрируются, вы по списочку раз, своих 15 человек пофамильно зачислили. Так что кроссворды – это был вариант. Уважаемые коллеги, мы заканчиваем наш вебинар. Мы призываем вас, берите, любите, осваивайте Moodle, не бойтесь, у нас это бесплатно. Если вам нужны консультации, пожалуйста, мы то, что можем, поможем бесплатно. А более сложные вещи, более ответственные, мы предлагаем
наши консалтинговые услуги всегда рады. Запись вебинара, перечень наших услуг, наши сертификаты вам придут по почте, вы сами выберете. А сейчас, Татьяна Викторовна, кто у нас там заслуживает грамоту, вы помечали? Помечали Шубина Наталья Борисовна. Есть. Каверин Михайлович за настойчивость. Долго не получалось, но все-таки он своего добился. Отлично. С регистрациями. Я бы еще отметила Макеева Оксана Львовна за вопрос про язык формул. И, наверное, ну сам и еще посмотрим, наверное, все, да, пока и посмотрим по записи. По записи, остальное уже надо будет посмотреть по записи и по чату. Я думаю, что в пост вебинарной рассылки всех победителей, удостоившихся грамоты, мы, конечно же, отметим. Так что, коллеги, увидимся. Вот. Хорошо. Вот, уважаемые коллеги, где находятся наши сертификаты. Вот этот сертификат, это 300 рублей можно приобрести здесь. Это тоже. А есть и бесплатный. Вот, допустим, вот этот сертификат вообще можно получить бесплатно любому, кто посетил этот вебинар. Вот, Юрий есть бесплатный. Подведите мышку, где это находится, раздел услуги, сертификат. Да, чтобы, вот я покажу на экране. Да. Услуги, сертификаты. И внизу сертификаты, вот, да. Вот здесь можно получить сертификаты. И здесь можно посмотреть те сертификаты вебинаров, которые были ранее. Потому что в рассылке Отлично. После вебинаров вам Отлично. Приходит ссылка только Отлично. На сертификат данного вебинара. А зайдя на эту Отлично. Страницу, вы можете посмотреть все, что было раньше. Михаил Александрович, давно ждал вас к себе в гости, давно вас знаю, рад, что вы пришли на наш вебинар. И остальных коллег тоже мы благодарим, всем будет выставлена подробнейшая информация и по сертификатам, и по ссылкам, и по всем роликам, которые сегодня упоминались. Если у вас есть на вопросы... следующий вебинар. Хорошо, спасибо, хорошо, спасибо. Так, больше вопросов нет. На записи проверьте. Так, а что со звуком, Надежда Петровна? Не понял, что со звуком? Хрипело или что? Ничего, значит, бывает у кого-то частный. Спасибо, Светлана Ивановна, Вероника Николаевна. Я выключаю нашу запись. Ждите от нас новых рассылок, приглашений на наши вебинары. И, Татьяна Викторовна, вам злое слово на прощание. Выскажите все свое зло по этим технологиям. Выскажу, Юрий Николаевич. Все это в роликах, в инструкциях, на вебинарах, в скринкастах, в скриншотах и прочем. В текстовом формате это все выглядит, конечно, красиво, замечательно и прекрасно. Юрий Николаевич тут нас так это убедил, аж слова некуда было вставить, да, что это все замечательно снижает трудоемкость, и ценность педагогическая от этого велика, но, честно говоря, вот, все равно вот до конца не поверю, пока сама своими руками я не создам все эти элементы, не попробую и не посмотрю, нет ли там каких-нибудь подводных камней и нюансов. И действительно ли это все так быстро? Поэтому вот к этому я призываю и наших коллег, пожалуйста, поэтому курс за вами остается. Попробуйте и поделитесь своим впечатлением на следующем вебинаре из нашего. У нас уже цикл такой, по-моему, начинается. Действительно ли это все так красиво и замечательно? Действительно ли это дает такой эффект? Но для этого надо попробовать, потому что без практики пока все красиво. Пока я скажу да, но... Да, но. Спасибо, все понятно. Никому не верьте. Пока не проверите, да. Никому не да. верьте. Я поддерживаю полностью этот вывод доктора зло Татьяны Викторовны. И теперь Юрий Николаевич переходит на сторону зла. Нет, нет. Я просто коварный и хитрый добрец. Попробуйте и убедитесь, что это легко. Ну все, спасибо доктору зло, спасибо всем коллегам. Я выключаю. Как снова попасть на созданный курс? Светлана Викторовна, после авторизации
нужно нажать по гаечке, показываю на экране, и открыть ссылочку «Мои курсы». Вот. И он покажет все «Мои курсы», курсы, которые у вас созданы. Или вот здесь открыть меню «Мои курсы», но там... Там не очень удобно, удобнее через гаечку. Чуть-чуть я доработаю. Вот, уважаемые коллеги, гаечка, а в ней «Волшебная гаечка», мои ответ курсы. На все вопросы. Вот в этой гаечке волшебной все всегда есть. Она очень удобная. Да, через гайку. Совершенно верно. Угу. Ну что, да, Наталья Борисовна. Не вижу карту Сбербанка Виза. Михаил Александрович, нажмите по карте МИР. Она Сбербанк и другие банки включает. Все смешалось в доме Облонских. Спасибо, до свидания. Светлана Викторовна, хочу все-таки вам еще раз сделать предложение про искусство публичного выступления, речи. Вот что-то такое у вас там есть. Через мои курсы отображаются платные курсы. Нет, мои курсы это ваши. Но нажмите по гайку «Мои курсы» там, где вы хозяйка. Хотя, может быть, вот что-то больше. До свидания. До свидания. Не забывайте про онлайн-консультанта, который здесь есть, всегда вас ждет. Спасибо, Татьяна Викторовна. Вы очень хорошо сегодня поддерживали зло. Скорее уж добро. Все, всем большое спасибо, уважаемые коллеги. Всем до скорых встреч. Следите за нами.